Одежда похуже, настроение получше. Десятки людей вышли на работу с граблями. Городской парк уже давно не был таким оживленным. Учителя и работники культуры, как универсальные солдаты, всегда на передовой. И проходящий в городе месячник по благоустройству не исключение. Мы участвуем постоянно в таких мероприятиях, принимаем каждый год очень активно. Все наши работники с удовольствием приходят. Все-таки это же наш город, наш парк. И мы хотим, чтобы он всегда был прекрасным. И когда приезжают даже наши родственники, приходим мы в парк, они всегда восхищаются, как у вас чисто. Ну и мы всеми силами стараемся приходить. И всегда, как только нас зовут на помощь, мы всегда не отказываемся. Не откладывать до весны то, что можно сделать осенью. Такое правило действует в городе не первый год. Работы много, но и спорится она, когда относиться к ней с юмором. Переносим из точки А в точку Б мусор. Осенний парк, и без того чистый и прозрачный, без листвы на деревьях, становится еще чище. Способствует работе и погода. Мне уже, допустим, жарко. Уже сегодня очень замечательная погода. Даже лучше, чем в мае месяце. Я думаю, что в такую погоду самое лучшее работать, потому что не жарко, согреваешься немножко и становится то, что нужно. Вот. Ну и, конечно, как-то чувство общественности какое-то. Когда вокруг есть другие работающие люди, то работается намного лучше и проще. Будьте хозяевами на своей родной земле. Таков призыв мероприятия. Своеобразные субботники пройдут до конца ноября по всему городу. И участие в них примут сотни мазырян. Ведь чистота городских улиц во многом зависит от нас самих. А однажды, подержав в руках метлу, трудно бросить мусор под ноги. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».